Мы находимся в Сутхольском Кажуне. Сейчас происходит инспектирование ремонта автодороги от моста через реку Хемчик до села Сугаксы протяженностью 3 километра 770 метров. Где дороги, там жизнь. С июня текущего года в РИО главы Тувы Владислав Хавалык выезжает в еженедельные рабочие командировки в Кажуны Тувы. И одним из важных пунктов любого плана посещения являются дороги. На этот раз Владислав Хавалык большое внимание уделил ремонтным работам, которые ведут на подъездной дороге к селу Сугаксы. Заместитель генерального директора дорожной компании «Стройэкспресс» рассказал Хавалыгу о проделанной работе. Проблем на данный момент нет. Рабочие укладываются в срок. Работы начались в начале апреля. На данный момент работают 20 человек и 12 единиц техники. Сейчас приступают к укладке асфальта. Пока первый слой идет, крупнозернистый асфальт. Вложили вот первый слой. Проверяет лаборатория. И как проверит, начнем дальше. Дорожное полотно после укладки асфальта будет огорожено, установят знаки. Работы, как говорят дорожники, будут завершены в ноябре текущего года. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангер Оржак, Тува-24, Сутхольский Кажун.